Новогодний мандарин. Фестиваль с таким названием прошел в Наташинском парке. Попробовать фрукт, который наравне с Дедом Морозом и елкой стал символом Нового года, собрались десятки люберчан и гостей города. Сколько мандаринов было привезено на праздник, знает Григорий Ворванин. Елка на празднике. В обычной жизни художественный руководитель Дворца культуры Дарья Кирпиченкова мандарины любит больше, чем конфеты. За один раз съедает несколько килограммов ярко-оранжевых фруктов. Такие мандариновые рекорды устанавливает, как правило, под Новый год. Круглый год я их не покупаю, они невкусные, а вот на Новый год под елкой, вот чтобы запах елки были и запах мандарины особенно вкусный, особенно запоминающийся потом, поэтому только на Новый год. Сергей Чуприна тоже устанавливает рекорды, силовые. На этот раз согнул металлический прут толщиной 14 миллиметров. Сделал 3 витка. Спортсмен уверен, мандарины – источник витаминов, которые и придают сил. Когда сил много, можно больше всего сделать. Там связки, там все тело работает абсолютно в силовом экстриме. Плюс настрой еще, настрой в голове, конечно же. Если нет настроя, ничего не получится. На веточке, с косточками и без, сладкий или с кислинкой. Это все он, мандарин. Фрукт, без которого невозможно представить новогодний стол в нашей стране. Именно поэтому в Люберцах решили провести мандариновый фестиваль и продлить новогоднее настроение. Кто постарше, они помнят, что Новый год – это что? Это мандарины. Конечно, Дед Мороз, Снегурочка, но еще и мандарины. Мандаринов сегодня достаточно. Я думаю, что мы в очередной раз получим лакомство мандарины. На фестиваль «Новогодний мандарин» в Наташинский парк привезли почти полтонны фруктов. И хотя желающих попробовать мандарин было предостаточно, ярко-оранжевого символа Нового года хватило всем. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.